Алло. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Да, я. Пусть говорят, вас беспокоим, как вы уже Да, я поняли. слышу. Нам нужны актуальные темы, относящиеся к наглости домашнего персонала. После программы, где вы были на самом деле, у программы были высокие рейтинги, и мы бы хотели, в свою очередь, с вами тоже посотрудничать. Вот как вы на это По рейтингам смотрите? я знаю, да, конечно. А каким образом вы хотите преподнести тему? А вы как-то прикреплены к Стархиту, да? Да, конечно. Ваши участники той программы, получается, охранник и как ее звали? Людмила, ее так и зовут. Людмила, да. Поэтому я у вас спросила, вы прикреплены к Стархиту, потому что Стархит дал сегодня ложную информацию, или что? Взятую у подзаборных групп, там, ну, то есть опубликовали чужую страницу. Людмила вполне может как бы обратиться туда, куда нужно, и сказать, что это клевета. То есть эту женщину действительно зовут Людмила по паспорту, действительно договор был составлен. Ну, то есть как бы вы себе сами противоречить будете, понимаете, если мы сейчас снимем программу про этот персонал. Вы прочитаете то, что Стархит написал? Хорошо, мы... Что Стархит написал. Хорошо, мы разберемся тогда в Да. этом моменте. Людмила является вашей домработницей или это шоу? Уже не является. Нет, уже не является. У нас есть, был заключен договор. Угу. Как бы, но очень удивительно то, что редакция журнала, не проверив данные, опубликовала ложную информацию. Редакция журнала делает это ну, не старше, с целью не поднятия вот рейтингов. Сайт, я и больше Instagram. Общаюсь по то есть, получается, программе. Если, да, мы снимем программу, вот если мы снимем программу, и вы прикреплены к Стархиту, то есть вы будете сами себе противоречить. Тут Стархит говорит, что я не это прикреплена, я сотрудничаю с ними. Я веду программу. Я веду, не веду программу, я являюсь как имиджмейкером программы. Ну, мы вы снимаем. Посмотрите, в принципе, что там написано, да, как бы, чтобы себе противоречить. И потом... Вопрос такой еще. Людмила придет на программу? Это надо у Людмилы спрашивать. У Людмилы. Ах. Людмила тоже, да, свои гонорары, конечно, выставляет. Конечно, конечно, она для этого туда и приходила. Ну, понятно. Гораздо больше просила, чем ей от нас. Просила гораздо больше, чем ей заплатили там, понятное дело. Угу. Понятно. Что по гонорару хотя бы примерно нам знать, чтобы ориентироваться? Вот, на 200-230 тысяч. Угу. Там зависит от темы. 230 на одного человека, верно? Да. Просто как эксперт 50 тысяч рублей. Угу. Поняла вас, Виктория. Все, тогда мы напишем сценарий. Мы подумаем еще, я как согласна, это все лучше да. как, обыграть. Что? Все, отлично. Да. Спасибо. До свидания. Давайте будем на связи. Угу.